Мы движемся дальше, и сейчас самое время познакомиться с нашей гостьей. Встречайте, наша любимая психолог Элина Розина уже в студии. Утро на седьмом. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Как ваше настроение? Спасибо, отлично. Очень красивая студия, очень приятно здесь быть. И мы рады вас видеть. Скажите, мы сегодня говорим целый день о Международном дне друзей. У вас друзей много? Очень. А почему так? Почему у некоторых друзей действительно большое количество, а некоторые говорят, вот не могу найти себе ни одного друга? Не знаю, первое, что приходит в голову, это то, что у меня очень много интересов, и у меня друзья по разным интересам разные. Ну, кроме всего прочего, ну, наверное, я много где училась, у меня остались друзья по разным институтам, разным обучающим программам. Да, ведь, ну, есть друзья, как мы говорим, по интересам, по подобию, ну, а есть, иногда мы с кем-то дружим вопреки. А мы можем еще дружить против кого-то, например, да, то есть объединяемся общей целью какой-то, ну, по-разному. Скажите, пожалуйста, насколько вообще для психологии человека важны социальные контакты? Вот дружба, насколько она веска? Я бы разделила эти вещи. Социальные контакты человеку необходимы. Ну, есть масса экспериментов о том, что люди в изоляции от социума, ну, в общем, потихонечку с ними там происходят разные неприятные вещи. А вот друзей бы, дружба, я бы подразделила, наверное, на несколько разных таких вещей. Ведь у нас есть просто хорошие знакомые, да, или добрые знакомые, или не очень добрые знакомые, да. У нас есть приятели, и у нас есть друзья. И мне кажется, что это разные круги по степени близости. Ну вот, я думаю, что, ну, без друзей, наверное, прожить можно, но это не так приятно и интересно, как с ними. Но все-таки по каким причинам, казалось бы, вот что нужно в себе дорабатывать, если ты не можешь найти друзей? В себе дорабатывать. Но я думаю, что человек, который не может найти друзей, вот прям друзей, но у него те же проблемы в общении, ну, проблемы с поиском партнера для жизни, проблемы с поиском работы, да, проблемы в коллективе. Я думаю, что это все, ну, звенья одной цепи. То есть какая-то невозможность строить долгосрочные отношения. Вот с отношениями, с друзьями отдельная вообще есть проблематика, отмечают ее многие. Вот при подготовке к эфиру мы тоже натыкались на огромное количество статей, где семья становится главной преградой в дружбе, будь это дружба женская или мужская. Почему так происходит? Я не знаю, хорошо это или плохо, да, в каждой семье, наверное, свои правила и свои законы, и кому-то удобнее или так лучше, чтобы у мужа, жены были отдельные друзья, кто-то предпочитает дружить с семьями. Я думаю, что люди, партнеры выбирают сами, как им удобнее. Но ведь правда, наверное, не очень приятно жене или мужу, когда друзья стоят на первом месте. И тогда, ну, интересы семьи как минимум на втором, а то и на третьем после работы. Но я думаю, тут есть смысл договариваться в семье. Действительно, после вступления в брак, я думаю, что что-то начинает меняться. Те закадычные, да, как говорили друзья, они могут стать не такими закадычными. На время влюбленности вообще друзья уходят на второй план, и такой яркой влюбленности. Ну, много чего происходит. Да, я хотел задать вопрос по поводу, вы говорили уже о том, что иногда мы дружим против кого-то. Угу. Можно ли считать полноценной дружбой вот этот момент, когда мы с кем-то дружим против кого-то? Ну, временно, да, пока, да. По ситуации. По ситуации, но ведь так и происходит. Пока, ну, это интересно, люди сплачиваются против кого-то, да, страны бывают. Против какой-то другой стороны, да, там сплачивают. Но на тот период времени, когда кто-то является внешним врагом, вообще считается, что внешний враг очень сплачивает семью, например, да, коллектив, страну. Если, да, семья рушится, нужно поссориться с соседкой. Как вариант. Как вариант, кстати. Общего врага. Да-да-да. Может, поэтому иногда такие брани происходят на лестничных площадках. Угу. Вопрос следующий. Часто становится преградой в дружбе, опять же, ревность партнера. Угу. Что, мы тут тоже договариваемся? Вот это трудно сделать все-таки. Это чаще всего становится одним из первых конфликтов в новых семьях. Так же? Не знаю, наверное, у многих по-разному, но, опять же, все очень индивидуально. В какой-то семье это происходит автоматически, то есть любовь, влюбленность, там, жена или муж становится лучшим другом на время, а в какой-то нет. Вообще, ну, известный такой семейный психолог Берт Хеллингер, он говорил о том, что в любом случае, какой бы плотной ни была семья, мужчины должны ходить к мужчинам за мужским, женщины к женщинам за женским. Тогда семья только, ну, наполняется чем-то. Вот.
Отдельная тема – это посиделки. Мужские и посиделки женские. Часто они абсолютно не одобряются партнерами, но тем не менее существует теория о том, что это является неким способом пополнения энергии, будь то мужской либо женской. Так ли это? Я думаю так, но опять же, на разных этапах брака или отношений по-разному. Потому что, еще раз возвращаюсь к тому, первый период влюбленности, который длится там, ну скажем там, ну, до 3 лет, да, максимально, так считают психологи. Там, особенно там первый год общения, то, конечно же, пара больше проводит времени вместе и, в общем, не до друзей особенно. Но со временем в норме, да, в паре должно происходить некоторое отдаление, ну, с точки зрения даже семейной психотерапии, ну, хотя бы для того, чтобы мог появиться третий ребенок. Ну, хотя бы для этого, да, то есть они немножечко должны, так они слиты, а так они немножечко должны вот так отодвинуться. И в идеале считается, что пара, хорошо, когда пара, вот как обручальные кольца, да, у них есть общее, а есть отдельное. Вот, ну, такой вот психологи считают идеал. Поэтично, как минимум. Хорошо, а у меня вот, ну, не знаю, не расценивайте это как мужской вопрос, мужской взгляд на вопрос. Женская дружба, она все-таки существует или это вот миф? Я думаю, да. А почему нет? Ну, в вашей жизни она существует? Да, в моей жизни точно существует. То есть вы вот четкое вот подтверждение того, что она существует? Я вот лично, Саша, нам начал меньше нравиться. Вот вы видите, вдвоем уже начали дружить против меня. Да-да-да. Вот мы проходим все этапы вот этой дружбы. Нет, на самом деле, просто я хотел, чтобы наши телезрители услышали из уст человека, у которого есть опыт в этом, в дружбе в женской, что она существует, потому что это споры длятся не первый год, и я уверен, будут еще десятилетиями одним из самых главных вопросов висеть. Но приятно услышать от человека, что вот есть опыт. Тут есть яркий пример. Спасибо. Да, у меня достаточное количество близких подруг. Есть, ну, опять же, я же говорю, более дальние. Ну, ведь друзья как подразделяются? Кому-то мы можем позвонить в 2 часа ночи, а кому-то нет. Правда? Ну, вот друзья есть более близкие. И я так это как, ну, представляю, как некоторые концентрические, ну, вот, круги. Да? Одни ближе, другие немного дальше. С кем-то мы можем делиться личным, с кем-то не очень, хотя вроде бы человек близок по духу. Или мы там коллеги очень там, мы во многом понимаем друг друга, но вот эти вещи мы не обсуждаем. Есть, например, подруги, ну, с которыми мы расходимся, ну, не знаю, там, политических взглядов, ну, условно говоря, да. Значит, эти темы мы не трогаем. Конечно, приятно, когда мы прям, ну, вот прям совсем друг друга понимаем, ну, совсем прям, ну, прям одно целое. Но вот иногда клиенты спрашивают, почему с подругой так легко договориться, да, а с мужем так сложно? А я говорю, а вы поживите с подругой, вот, быт пройдите совместно, ну так, годишку-другой. И, ну, в общем, посмотрим тогда, как это будет. Потому что, да, испытания бытом, да. Да, испытания бытом, действительно, это одно из самых страшных испытаний для дружбы. Это вот на личном опыте пройдено. Пройдено каждым, наверное. Итак, еще один очень важный вопрос – это дружба наших детей. Могут ли родители, имеют ли они право влиять на выбор друга своего малыша? Ну, я думаю, в той же мере, в какой они имеют право, имеют или не имеют право влиять на любой другой выбор. Профессии ли, да, там, знаю, хобби, увлечения. Ну, в идеале, конечно, родитель, который присматривается к ребенку, то есть слегка направляет. Как сказал один многодетный отец, педагог тому же, он сказал, моя задача, чтобы они только не поубивали друг друга, вот следить за этим, да, а остальное, то есть в каких-то рамках, ну, достаточно широкие полномочия у детей, чтобы они сами могли выбирать. Другое дело, мы можем детям подсказывать, обрати внимание, как он к тебе относится, да, обрати внимание, этот мальчик не очень добрый, вот, ну, я думаю, где-то так. Хотя, наверное, лучше спросить у детских психологов, потому что, мне кажется, они немножко больше в этом понимают. Ну и вопрос тогда напоследок. Скажите, пожалуйста, в идеале должен ли, ну, должен, некрасивое слово, хорошо ли, когда ваш партнер становится вашим другом? Ну, здесь есть и плюсы, и минусы. Ну, плюсов, конечно, много, понятно, общие интересы, увлечения. Но, к сожалению, вот есть такие психологи, они говорят, что вот страсть куда-то уходит. Ну, вот. Ну, вот, к сожалению, есть такой недостаток. То есть, если можно совмещать, ну, удается. Мне кажется, здесь, как во всем остальном, важен баланс. Да, ведь, ну, друг, я могу рассказать подруге, ну, например,
ну, там, больше, да. Но если я начну рассказывать об этом партнеру, ну, например, знаешь, со мной сегодня флиртовал симпатичный мужчина. Зачем? Нет, рассказать можно, зачем? И последствия какие? Ну, то есть, если у вас в паре это водится, почему бы нет? Еще вот мне бы очень хотелось вот, о дружбе еще затронуть такой момент, как вот старые друзья, да, там одноклассники, когда люди, ну, проносят эту дружбу через всю жизнь, вот. Но иногда вот за этим наблюдать, ну, как-то очень так приятно, а иногда очень неприятно, потому что, ну, как будто бы отношения мертвые давно, в общем, общих интересов никаких нет, но есть старая традиция, что там на день рождения мы приглашаем одноклассников, с которыми, в общем, поговорить-то и не о чем уже давно. Ну, разошлись, бывают, пути расходятся, я думаю, что в этом нет ничего страшного. И мне кажется, вот поговорка про то, что лошадь сдохла, слезь с нее, это как раз об этом. Оно, может, не очень корректно звучит, но иногда дружба заканчивается. И я думаю, что, ну, остаются приятельские отношения, человек переходит, ну, в более дальний круг, ну, остается в чем-то, ну, родным, с ним, может быть, ну, можно иногда, но вот когда эти отношения тащат как-то за собой и так как будто вымучивают. Взаимное напряжение, да, вот на это вот смотреть как-то всегда не очень как хорошо. Чемодан без ручки практически, mm-hmm. да? То есть да. Иногда стоит разрывать старые социальные связи для того, чтобы освободилось время для новых? Может быть, так. А может быть, просто, ну, переводить их в приятельские. И давайте напоследок ваше напутствие о настоящей дружбе, ведь все-таки друзей у вас довольно много. Друзей довольно много. Но я бы хотела пожелать всем, ну, от одного и больше близких друзей, да, кто сколько может потянуть, потому что ведь всегда стоит соблюдать, в дружбе, как и в других отношениях, должен соблюдаться баланс между брать и давать. Поэтому, когда большое количество друзей, ну, можно как-то совсем себя расплескать. Я все-таки желаю всем иметь друзей, ну, соблюдать этот баланс. Я желаю, чтобы у каждого был человек, кому можно позвонить в разные периоды своей жизни. И кто бы мог не только пожалеть, но и порадоваться. Не только позавидовать, но и действительно быть искренне рад за то, что человеку все хорошо. Спасибо огромное, что сегодня пришли к нам в студию, насоветовали, нажелали. И до новых встреч в эфире «Утро на седьмом». Да. Спасибо. Спасибо большое. У нас в гостях сегодня была Элина Розина. Мы узнали о том, что существует женская дружба. Мы узнали о том, что дружбу все-таки можно и нужно прерывать, если вдруг она уже перешла на какой-то уровень, ну, не совсем тот, который удобен и комфортен, и необходим в вашей жизни. Ну и, конечно, мы узнали о некоторых тонкостях, о советах от психолога Элины Розиной.